Мои цветные волосы символизируют... А твою крутость. Была бы у меня возможность подавать милостыню, я... Я бы это сделал. Москва — это... Столица мира. Дружба с Егором Шипом подарила мне... Куча возможностей и понимания, как устроен видеоблогерский мир. Первый мой секс был... Он был после работы, он был в примерочной. Я тогда работал аниматором на детской площадке. Будь я девушкой, я бы... Весь день я трогал свою грудь. Настоящее мужское счастье заключается в том, чтобы... Чтобы ставить цели и добиваться их. Если в торговом центре ко мне подбежит человек в маске Спайдермена... Я сниму с ним ТикТок. ТикТок или Инстаграм? Ютуб. Если бы рядом со мной сейчас стояла мама... Я бы сказал, и я скажу, что я ее люблю.